Всем привет, я Аконя, вещаю вам из, скажем так, больницы, только вышла, вот получила рецепт. И, конечно же, я с новостями о парочках. На днях Ким Сэ-рон, кто знает, ее сейчас, скажем так, у нее огромный перерыв, она не может сниматься в драмах, потому что она пьяная, за рулем, короче, нарушила правила там, вообще врезалась, короче, там какой-то кошмар с ней творился, она была пьяная за рулем. И из-за этого ее начали везде блокировать, соответственно, она не могла нигде сниматься. Но после этого ее видели, она играла где-то, не знаю, там, типа в казино, что ли, в чем-то таком духе. Короче, то ли в покер, то ли что-то играла. Хотя, по идее, в Корее запрещено южнокорейцам играть в казино. Это как бы наказуемо, да, им нельзя играть. Так вот, тут она вдруг из того ничего выгрузила себе фотографию, где она с Ким Сухёном, главный герой дорамы «Королева слез», которая сейчас транслируется, и которая сейчас идет на волне пика. Вдруг она выложила и взяла, удалила. И там, знаете, у Ким Сухёна такое лицо, он, во-первых, к ней вот так вот прижат, и у него такое прям пьяное лицо, пьяные глаза, знаете, такой затуман, ну, либо он очень уставший, я не знаю. Короче, все начали говорить, ну, как-то Ким Сэ-рон, типа, что за фигня, типа, зачем он так сделала? Как будто намекает на то, что они, типа, встречаются. Конечно, все начали говорить, что они встречаются. Но агентство Ким Сухёна сделало заявление, что нет, эта фотография была сделана давно, когда они состояли в одном агентстве. Gold Medalist, если я не ошибаюсь. Сейчас я не знаю, где Ким Сэ-рон, возможно, до сих пор у них состоит, а возможно, нет. Раз они говорят, что они просто когда-то давно вместе были в одном агентстве. И вот, типа, в одной из вечеринок, где были вот все, получается, актеры этого агентства, соответственно, типа, тогда они и сфотографируются. Типа, они не встречаются, ничего подобного. И, говорит, мы, говорит, понятия не имеем вообще, с какой причиной Ким Сэ-рон выложил эту фотографию. Ну, мне кажется, для хайпа. Говорят, сейчас она преподает курсы актерского мастерства, потому что, как бы, ей нужно, как бы, на что-то зарабатывать деньги. Вот это вот Корея. И почему, как бы, так, скажем так, я вышла вообще, да, решила снять, потому что сейчас вышла новость про двух молодых актеров, которые вместе снимались в дораме. Забыл, как называется, короче, романтика какая-то там. Там, получается, дорама была про женщину, которая продавала панчаны, и которой пришлось стать мамой для своей племянницы. И, получается, про учителя по математике, который, точнее, ведет курсы. И вот, типа, у них зарождается между ними любовь. Дорама называется «Скандал одного дня». Вот. Короче, вот герои, которые играли друзей вот этой девочки-героини, Рю Даин и Ли Че Мин, появились слухи, что они встречаются, и оказалось, что действительно, да, они вот познакомились, когда были, скажем так, актерами в одной дорамы, вот этой вот дорамы, и с тех пор начали друг друга узнавать, и теперь они встречаются. Но так как они молодые начинающие актеры и не являются какими-то супер-мега-топовыми звездами, конечно, возможно, вам будет неинтересно, но эти ребята тоже из Gold Medalist, представляете? Поэтому, может быть, Ким Сухён и Ким Сэ-рон все-таки встречаются, мы не знаем. Но вот такие вот новости, я болею. Прошу прощения за мой вид, я всю ночь не спала, я очень сильно мучилась, короче, вообще какой-то капец творился, но всем хорошего дня.